šių varžybų rimtumą įrodo tiek gražuolė taurė, šiek tiek primena Stanlio taurę, ar ne, bičiuliai? Tiek ir pagrindinis prizas. Tiesą sakant, nors dalyvau galybėje varžybų, tačiau varžytis dėl 10 000 dolerių man dar niekada neteko. Einam, pakalbinsim dalyvius, pažiūrėsime, kaip jie nusiteikia šioms varžyboms. Real Horse! Команда боевая, Сергей Ступкин у нас штурман, он же водитель нашего судна. Олег отвечает за технические все, значит, за техническую сторону, готовит снасти. Ну, а я просто ловлю рыбу. Хотелось бы предупредить участников других команд, что штурман в моей лодке участвует в гонках на выживание, в автогонках на выживание. Смысл этих гонок заключается в том, чтобы не только приехать первым и поймать самого большого палтуса, а в том, чтобы перевернуть, в конце концов, просто разбить в хлам чужую машину. Поэтому для тех, кто будут ехать впереди нас, не подставляйте борт, протараним. Кёнигсберг. Команда называется Кёнигсберг. Кёнигсберг – это древнее название города Калининграда, российского города ныне. То есть это Королевская гора. Мы все-таки придерживаемся принципа, что новичкам, дурачкам и алкоголикам везет больше в рыбалке, нежели там опытным и тем, кто что-то знает в этом деле. В этот раз будет время именно Кёнигсберга. Мы сюда приехали побеждать. Мы будем рвать, метать, мы будем всех давить, но мы поймаем самого большого зачетного палтуса и уедем отсюда победителями и с полными карманами денег. Юра Свенер! Мы сам литовы, норвеги, або норвегу литовы. Gyvenate šiuo metu visi Norvegijoje ir na, pasirinkom tokį pavadinimą kaip Jūros Vilniai. Taip, mėginsime sudalyvauti tarptautinėse uotų gaudymo varžybose ir aišku, kaip ir kiekvieną komandą tikimės laimėti. O kai bus, taip jau bus. Ir mes taip. Planavom atvažiuoti šį pavasarį čia pažvejoti į Šiaurės Norvegiją. Ir kadangi papuolė toks momentas, kad vyksta uotų varžybos, tai nusprendėm ir mes išbandyti savo jėgas. O savo komandos pavadinimą uždėjom Varniai Lūkstas gal dėl to, nes kadangi esam gyvenę Varnių miestelį, kol buvom jauni, pirmą žuvį pagavom Lūksto ežere. Ir šiuo momentu tik esam išvažiavę laikinai išvykę iš Lietuvos. Нехай великий Холливуд прыгнет в белорусский куб! Сейчас вот мы готовим здесь секретные оружия всякие разные. Но есть у нас подпрятано сюрприз для палтуса, который будет пойман. Есть у нас в команде такой Юра, который постоянно ему всегда везет о поимке трофейной рыбы. Там невероятные были размеры. Потому что когда он был подтянут, но это с наших слов, это нигде не зафиксировано ничего. Да, но когда мы его подтянули, да, у нас катера 5-70 метров, да. И это было в пределах видимости. Пятно поднялось, ну на метр меньше катера, где-то примерно так. Потом как ушло, и нас таскало по морю столько времени, без шансов было. Самое главное, у нас есть вера в успех. Главное верить, главное стараться. И я думаю, удача придет. Верю почему. Хочу интересный случай рассказать, который произошел в прошлом году здесь же. Мы ловили треску, и один из пилкеров у меня треска оборвала. Продолжили рыбалку. Прошло еще минут 40. Нас носило по океану, дрейфовали. Продолжали ловить, и через 40 минут я словил треску со своим же отсаженным пилкером. То есть это, ну, наверное, выиграть в лотерею больше шансов, нежели вот подобным образом выловить назад из воды вместе с рыбой свой пилкер в океане. Поэтому я думаю, что это показатель того, что надо верить, надо стараться, и
удача будет. И опять же, поскольку мы двое, места свободного в лодке больше, значит, рыба будет больше, чтобы поместилась. We are best! Сэкмес лабиаусей мумс рэке. Тесмес, как науёкай, ты, жанай... Kiti visi čia, mes pasiklausėm, visi bendrauja čia, atvažiavo iš Rusijos, iš Baltarusijos, supranti, visi jau čia ne pirmi metai, visi prisigaudė, kam nutrūko, kas sugavo. Nu gerai, sakom, mes pabūsim tyliai, kaip sakoma, tamsus arkliukas čia. Nu, ką gali žinoti? Dėl! Nu, su dideliais problemus, labai didelių nepagavom, bet 18 kilogramų. Šiuose nemanau, kad turėtų nugalėti... Didesnis. Manau, 30 turėtumėm perlipti kilogramų ir kažkur nugalėtojo turėtų ir gyvotas nemažiau kaip kokį 30-40 kilogramų. 100! 95! Kilogramai beigi 200 gramų. Šiandien su manim tarptautinėse oto gaudimo varžybose dalyvauja mano kolegos, praeito oto pagavimo draugai, kolegos palei plaukėjimą, palei žvejybą. Эмилис и Альбинас. Я вообще думаю, что в принципе ребята уже поймали своего палтуса. В прошлом году они поймали, на мой взгляд, просто фантастическую рыбу. Они молодцы, долго с ней боролись. Но у русских есть такая поговорка, что в одну реку два раза войти нельзя. И я думаю, что поймать такого же палтуса, а тем более, в принципе, выиграть соревнования, у русских есть еще же одна поговорка, что везет новичкам, дурачкам и пьяницам. Вот, ребята не пьют, это большой минус, ребята не дураки, и ребята, самое главное, не новички, они профессионалы. Я думаю, что у них вот в этих соревнованиях просто нет шансов.